Чем заняться в выходные дни? Как расширить свой кругозор? На этот вопрос ответ знают эти юные саровчане. Сейчас мы находимся во Дворце детского творчества на мероприятии, которое называется «Привет, Baby Skills». На образовательном событии ребята посетили станции, которые проводили сотрудники ядерного центра Дворца детского творчества и дети из команды юниоров «Росатома». Несколько станций, на каждой из которых участников ждали необычные испытания. Некоторые проверяли не только знания, но и интуицию. Например, на площадке «Криптография» ребята смогли примерить на себя роль сыщиков. На станции у нас кот загадывал слово. Это слово ребята должны были расшифровать, оно было зашифровано. Когда ребята его расшифровывали с помощью диска Альберти, это слово являлось паролем для того, чтобы вскрыть мини-сейф. В сейфе от кота был сладкий подарок. Еще были представлены станции на тему экологии, химии, конструирования и логики. На каждой из площадок дети изучали основу одной из наук. Это мероприятие поможет ребятам погрузиться в дисциплину, которую они будут в дальнейшем изучать в школе. По итогам мероприятия ведущие станции наградили самых активных участников медалями и сладкими призами. Мы спросили у ребят, хотят ли они развиваться в этой теме. Хочу развиваться в направлении криптографии, потому что у меня есть младший брат. Потому что он все время у меня что-то находит и читает это. Мероприятие прошло в веселой обстановке и заинтересовало даже взрослых. Ульяна Крылова, Руслан Лапшин. Объединение «Журналистика», Дворец детского творчества для службы новостей «Саров-24».